Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Так, зайдем в задание, заберем здесь, что я успел сделать. Так, а теперь пойдем сражаться в боях и поднимем уровень персонажу. Так, в боях список. Мы с тобой прокачиваем карайку до сих пор. Нам еще немножко осталось. Так, навыки. Так, начнем. Ой, бинокли эти искать. Один есть. А нужно сколько? 10. Второй. Ух ты, третий. Четвертый. Да подожди ты, не то. Сюда. Так, здесь мутаген. Опять мутаген. Ну вот, началось. Это вроде бы стабилизировалось. Я думал, сейчас будет один мутаген. Они издеваются, да? Они просто надо мной издеваются, ребят. Так, отслеживающее устройство пошло искаться. Так, нам еще нужно 4. Блин, ну 4 дайте, господи. Что вам жалко, что ли, не могу понять. Раз. Два-с. Три-с. И 4-с. Вот, спасибо большое. Так, друзья мои, ну что, в следующей серии мы наберем, наверное, уже вот эти стаканы. Правда, я не уверен, что мы наберем, но фиг его знает. И поднимем сейчас уровень. Уровень. Кому тут можно влепить? Ага. Леонардо Космос. Прокачиваем его до 44 уровня. Отлично. Слушай, а что вот это у него за супер удар такой? Я вот что-то не помню. Надо будет потом глянуть. Так, забираем все свои награды и с тобой бежим просто-напросто на арену, сломя голову. Так, в магазине бесплатный пак, открываем. Ничего нам здесь не достается, к сожалению. Так, по предметам ничего купить не можем. Монетки есть, поэтому Донателло Космос приобретается. 3 ДНК. 385 жетонов. 385. Ну, естественно, этого мало. Ни на что абсолютно не хватает. Ну что, друзья мои, бежим тогда на турнир. Так, космические странности мы с тобой прошли, да? В прошлой серии прошли. Так, день Дони. Блин. Вот если по большому счету смотреть, друзья мои, мне нужен только кто? Донателло Провокатор, да? Донателло Маг Ролевой и Дони Космос. Но мне кажется, что Дони Космос лучше вот здесь вот фармить. Понимаешь, да, о чем я? Во-первых, здесь даются 2 ДНК. Там будет даваться нам всего лишь одно. Ну давай, фиг с ним. Давай пройдем. Ага, пройдем. Это еще, ребят, вилами на воде писано. Потому что нам дали не очень сильных персонажей. Точнее, персонажи они хорошие, но они не прокачанные. Вот в чем дело. Жаль. Ладно, если мы с тобой возьмем хотя бы то, что сможем, то, что нам нужно, это уже будет хорошо. А Дони Космос мы можем нафармить на космических странностях. Вот так вот. Ну давай ударим. Тут все равно, ребята, не 12 уровня, поэтому никаких проблем вообще не будет. Все довольно легко и просто, потому что здесь самый первый этап. А вот дальше, где-то на этапе пятом, наверное, уже придется от кого-то отказываться. И это, наверное, первым будет эта муха, естественно. Потому что она очень-очень слабая. Кстати, у нас заканчиваются с тобой телепорты потихоньку. Надо будет их докупить. Я обычно приобретаю 250 штук, но стоят они 1050 долларов. А долларов у нас только пока 500. Давай волну запустим. Я просто сейчас, ребята, этими массовыми атаками пользуюсь, чтобы как можно быстрее все это пройти. Пинч. Готов. Ну и ракета, естественно. Все, тут вообще без проблем. Мне нравится, как космические черепашки отлетают. Знаешь, как в невесомости. Довольно прикольно сделано. Ну что, переходим с тобой на третий этап. И тут у нас будет вот Донателло Видение, да? Тот самый провокатор. Кстати, он очень хороший провокатор. Если его еще прокачать, то вообще будет, наверное, топчик.
Ну давай опять с массовых атак начнем. Тыч. Отдуплились. Так, здесь мы, наверное, выпустим маузеров. Пускай они их разнесут тут. И последняя волна. Ну, давай плевок сделаем. Отлично. Теперь просто удар. Ах ты. Не смог добить, кстати. 70 уровень у нас Тимати, он не смог уничтожить 35-го. То есть, как бы, ну, делай выводы. Но провокаторы, они всегда, ребята, они вот именно защиту хорошо держат, а вот физический урон у них маленький. Но мы с тобой забрали ДНК, давай теперь здесь попробуем. 45 уровень. Ну, естественно, их тоже мы пройдем. И мне нравится, что здесь очень быстро проходится. По 3 волны, но это пока. Потом, по-моему, будет 4-5. Это уже в дальнейшем. Давай здесь волну выпустим. Все, они упали. И последняя партия. Плевок. Ну что ж ты, даже добить не смог, а? Дрона этого. Ну-ка, железноголовый. В плане. Видишь, Донни, у них, я тебе говорю, защита очень-очень хорошая. На то они и провокаторы. Но зато слабые в другом. Так, ну что, что хотел я получил, ребята? Я не знаю, есть ли смысл. Ну, давай попытаемся. Вдруг получится, хотя я не уверен. 55 уровень, то есть уже муха у меня в зоне риска. Так, и как ты видишь, уже 4 волны. Упс, видишь, что получается, мы не успеваем, ребят, пробивать их. Здесь что мы сделаем? Ну давай провокацию, фиг с ним. Танцор такой. Теперь ракетки. На третьей волне, наверное, Бакстер Стокман сейчас будет здесь выпендриваться у меня. А, нет. Нет. Наш Шархан, тигриный коготь. Теперь смертельную волну. Добьем. Ага, добьем. А так? Минус железноголовый. И последняя команда. Ну, здесь, наверное, лучше провокацию взять. Плюс еще замедляшка. А, кстати, действительно, я вот смотрю, у Шархана нету хвоста, ребят. По идее, у тигра он должен быть хвост. А здесь его нету. Вон там обрубок, по-моему, какой-то торчит. То есть, действительно, Аллапекс ему, получается, отрубила хвост. Так, ну что, Донателло классически у нас тут выпадает. И идем сюда. 65 уровень, понимаешь, да, что муху отсюда убираем. У нас становится на одного персонажа меньше. Соответственно, преимущество мы с собой здесь теряем. Плюс тут паршивые грибы. И еще у нас нету здесь хила. Грибы надо сразу уничтожать. Сразу уничтожать не получилось. Они меня раздражают. Так, ну здесь... Ох ты, а с какого перепуга здесь этот гриб затесался? Объясни-ка мне. На тебе, в питочину. Так, добили и добили. Третья волна. Да что такое-то, эти грибы, они везде тут. Возьму я, наверное, здесь провокацию все-таки. Провокацию здесь возьмем еще. Дай-ка я, наверное, вот сюда так вот. Заморозишь, нет? Уничтожил сразу же. Так, я не буду, ребята, здесь тратить. У Бакстера суперудар, он нам пригодится на последней волне. Так, поджог, может быть, сделать. Окей, сгорит? Сгорит. Так, здесь мы с тобой мечом помашем. С постепенным уроном. Плюс боеголовку. Тиш-тиш, нормуль. Так, Тимати, да хоть ты тут запляшись, хоть ты тут затанцуйся, тебе это не поможет. Я тоже вот так сделаю. Он думает, один такой умный. Блин, ну у нас же усиленная атака. Почему вы не можете вот... Вот, Бакстер, молодец. И вот они, последние у нас бойцы. Естественно, тут надо начинать с Донателло ролевой. Во, вот так еще даже лучше будет. Так, защиту. Защиту мы понизили, а этот возьмет. Опа. Контратаку. Хорошо, что мы успели здесь больше половины уничтожить. Так. Все, ребят.
Слушай, я не знаю, мне кажется, на последней волне мы... Точнее, на последнем эпизоде мы, наверное, сфейлимся. Что-то у меня вот такое предчувствие. Во-первых, тут персонажи какого уровня-то? 75-го. Представляешь, 75-го. А у нас тут, блин. И, по-моему, еще и 5 волн. Здесь без хила делать нечего. Просто. Ладно, попробуем все-таки пройти. Попытаемся. Тут надо будет, наверное, провокацию брать почаще. Именно на железноголового. Так, выпустим здесь маузеров. Бакстер, он самый сильный из всех здесь. Поэтому он так хорошо бомбит. Давай, наверное, повысим атаку нашим бойцам. Здесь. А здесь, наверное, так сделать лучше. Провокацию. Поехали. Заморозили. Может быть, волну? Давай волну выпустим здесь. Замечательно. Так, третья волна. Кто у нас здесь? Ага, опять эти стрелозады. Давай, наверное, с ними так быстренько разберемся. Вот разобрались, сейчас начнется, ребята, разгром. Блин. Вот не хочешь тратить на них, но приходится просто. Так, Тимати, давай, беги там, ударь кого-нибудь. Хорошо. Блин. Вот то, что у них массовые атаки, ребята, провокация здесь просто нас не спасает. Вообще нисколечко. А, так они еще и повысили себе защиту, оказывается. Вот оно что. Да на тебе. Так, четвертая волна. Здесь надо будет, ребята, ну все использовать, что у нас есть. Все наши возможности. В плане ты про... По Эйприл даже не попал. Что ты будешь делать? Провокация. Я не знаю, ребят, нам надо... Они сейчас будут шархана валить все. О, еще и летучие мыши. Да, по-моему, крышка. Шархан отдуплился, ребята. Нету той самой прокачки, которая мне здесь нужна. Были бы они все 80 уровня, базара нет. Все было бы намного проще. Даже, видишь, даже железноголовый здесь не особо хорошо помогает нам. А черепашки, мне кажется, нас сейчас тут разнесут в хлам. Там же этот Донателло Космос, он же что делает у нас? Как раз вызывает этот метеорит опасный, про который я тебе тогда говорил. Мы потеряем с тобой Тимати скоро. Ай-яй-яй. Ну вот они. Что я тут могу? Я не знаю, ребят. На дорожку только усилить команду, потому что он уже не жилец. Сделать провокацию. Плюс смертельная волна. Этот же наверняка сейчас хильнет. 100% тебе говорю. Ты еще и промахнулся. А если поджарить его? Ай-яй-яй. Ох, я забыл совсем. Он, ребята, все, он очищает команду от дебафов. Прикинь. Этот, естественно, захиливается. А вот про этот удар я тебе говорил. Смотри, что сейчас будет. Трэш. Выживает сильнейший, ребята. Этот еще и провокацию берет на себя. Еще защиту. Офигенно. Ну и сейчас, естественно, начнут разбирать нас. Да, они тут пробафались капитально. Ты посмотри. Трэш пошел какой-то. Там еще и броня была у чувака, прикинь. Нет, 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 нас тут распетрушат. Тут вообще без вариантов. Ну, я попробовал, я хотел проверить, ребята, сможем ли мы здесь что-то... Здесь сейчас постепенку еще повесит, не? Хотел проверить, сможем ли мы здесь с тобой справиться. Ну, как видишь, нифига. Все, что есть, ребята, все используют они. По полной причем программе. Ну и что? У того еще и броня стоит, прикинь. Если я даже... Смертельную волну, я только сбил броню. Он опять стаканул себе, прикинь. Он стакает себе броню, ребята. Баксер, ну ты крут, конечно. Я не думал, что ты так справишься. Молодец.
Да, ребят, конечно, мы здесь получили ДНК на Донателло Космос, но, как понимаешь, не на 3 звезды, поэтому фармить мы там с тобой ничего не сможем. Хотя и фармить-то здесь особо нечего. Шанс, что тебе выпадет вот этот Донателло ролевой, очень маленький. А вот здесь я, да, здесь я, пожалуй, все-таки дофармлю. $3. Вот, Донателло Космос, видишь, как хорошо идет. 40 жетонов и последняя попытка — ноутбук Дона. Как-то так, друзья мои, как-то так. Ну что, а теперь погнали с тобой на арену. На арене мы с тобой в Лиге Самураев, ранг 91. Блин, Лига Самураев, ребята. Это даже не сёгуны. Ну что, начнем, наверное, со Стефана. Как ты видишь, здесь 44 и 45 уровни, практически как наши вот эти вот бойцы. Но из расчета мы будем делать с тобой немножко по-другому. Будем отыгрывать малышей вместе, ну, с нашими топовыми персонажами. Начнем с Усаги. Усаги отыграет, после него возьмем там Супер Шреддера. И вот так вот постепенно-постепенно будем отыгрывать. Я думаю, он здесь... Да что тут думать, он всех заколбасит, естественно. Тут и думать нечего. Одной вертушке было за глаза, чтобы они отдуплились. Так, ладно. Двигаемся тогда дальше. Какую позицию? 61-я. Все равно маленькая, да? Слабенько идем. 14-18 это предел, судя по всему. Якобус. Ну давай возьмем Якобуса этого. Возьмем Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Ну, тут достаточно тоже будет одного удара от Супер Шреддера. Естественно, массового. Я только сейчас заметил, что у Кейси Джонса, вот у этого, реактивные ролики. Да, интересно. Вообще он как-то выглядит, да? На себя надел какие-то, я не знаю, щитки. Как будто он собрался на зомби-апокалипсис, ё-моё. Так, 41-я позиция. То есть еще два поединка придется. Во, 15-19 у нас тут есть. Берем с тобой Леонардо. Раз, два, три, четыре. Нам бы хотя бы дойти по уровню. Ну вот, когда будут 55-й, да, 56-й, 60-й, можно, в принципе, уже не привлекать наших топовых единиц, а уже, как говорится, справляться своими силами. Ну, Лео, я думаю, что здесь всех... всех отправят к праотцам. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Не знаю, ребята, может быть, сегодня поиграть нам в Юрский парк. Вот есть желание, но нет возможности, да? Потому что Арбайтен, как понимаешь. Так, 15-19. Берем Армагона. Так, Баксер, отвали пока. И с ними пойдут вот эти вот. Погоди. Вот так вот. У нас как бы предел на 45 уровне. Очень много персонажей зависло из-за того, что у них нет прокачки дальнейшей. Вот и все. Поэтому 45-х и именно 50-х тоже, ребята, очень много персонажей. 60-х маловато будет. 70-х тоже. Ну и так далее. 80-е, там 90-е, 100-е. Этих очень мало персонажей. Так, ну мы переходим с тобой наконец-то в сёгуны. Вот это уже приятненько. Когда ты находишься в сёгунах, как-то вот чувствуешь себя на высоте. Так, я возьму, наверное, здесь Супер Шреддера на откате. Потому что он очень быстро это все делает. Свой супер-пупер удар. А враг имеет уже 52-53 уровень. То есть сейчас будет через бой 2 уже 55-й, а может быть даже 60-й. Фиг мы его догоним. Хопа! И готово, ребята. Так, замечательно. Я вот надеюсь, что Супер Крэнк... Ой, Супер Крэнк. Крэнк будет тоже бомбить. Так же своими ракетами. Так же хорошо. Хотя, мне кажется, что он не особо будет силен. Как вы говорили, что кролики сильнее всех, да? Сильнее всех здесь. Вот хотелось бы посмотреть. Но для того, чтобы посмотреть, их нужно прокачать. Да хотя бы их перевести в 5 золотых звезд. А это очень... не скоро, потому что фармятся они в одном эпизоде и очень-очень плохо. Они, по-моему, даже не фармятся, нету эпизода на них, ребята. Единственное, где можно их взять, это купить за жетоны. Или все-таки фармятся где-то? Нет, по-моему, нету.
кролики, они не фармятся. Иначе бы я уже давным-давно бы получил бы его. 100% тебе говорю. Не то, что даже получил, а просто прокачал бы уже до платинового ранга. Так, слушай, есть все шансы, ребят, сегодня выбиться в Лигу Сёгунов 3 звезды, а может быть даже до мастера пробиться. Чего я очень сильно желаю. Так, давай. У нас еще, ну, персонажей еще хватает. Мы уже переходим на 50 уровень. В принципе, сравнялись с нашими противниками. Ну что, погнали. Валунчик и все, и всем баньки, да? Да, Армагон, естественно, шутить не любит. И его не зли. Так, смотрим. 25-я там какая? Ага, 19-я даже. Ну, естественно, после этого боя тогда мы уже с тобой действительно перейдем в Лигу Сёгунов 2 звездочки. Раз, два, три, четыре. Блин, видишь, сколько полтинников? Очень много, ребят. Также и 45-х, 40-х тоже очень много. Ну что, поехали. Лео, давай. Всех круши здесь сразу же. Прикольно. Блин, тут этот жиропас так мне нравится. Он трясется, как желе. Напоминает мне чем-то зефирного человечка из «Охотники за привидениями». Так, 95-я позиция. Так, 15-20, это уже хорошо. 15-20, возьмем с тобой Усаги. Да пускай Майки здесь стоит. Фиг с ним, от него все равно толку мало. Здесь от него толку никакого не будет. Он даже не успеет ничего сделать, потому что, ну, Усаги все сделает. Вот из всех, ребята, из всех носорогов, которые есть в игре у нас, да, именно вот Рокстеди, мне кажется, что вот этот, который у нас здесь стоит, самый такой, ну, безобразный. По крайней мере, он выглядит противно. Смотри, весь какой-то в складках, весь непонятный. Разве он такой был в мультике, ребят? С серпом, с молотом. Я, конечно, понимаю, что это у нас кто? Это, по-моему, Ванька-стиранка, да? Превращенный. Ванька-стиранка, превращенный уже в Рокстеди. После того, как он этот Шреддерову мутагеном облил. Так, ну что тут у нас? Архимед есть. Есть у нас с тобой Архимед. Вот так вот сделаем и погнали. Сюда вот, знаешь, что хотелось бы? Еще побольше событий. Каких-нибудь, я не знаю, ивентов, квестов, чем-нибудь такого, да? Ежедневочек каких-нибудь. Еженедельных каких-нибудь заданий. Было бы вообще великолепно. И, соответственно, чтобы у противника, у врага, уровень был максимальный не 80-й, а 100-й. Ну, чтобы все было по-честному. Так, ну что, Руслан здесь у нас. Руслан. Давай-ка возьмем, наверное, Супер Шреддера здесь. 4 персонажа. Ну, еще, я так понимаю, где-то боев, наверное, 10 у нас еще остается. То есть мы в любом случае до Лиги Сёгунов 3 звезды, это понятно, мы доберемся. А вот хотелось бы до мастера. Это было бы уже хорошо. Если бы мы в мастере были, то буквально за 2 дня бы дошли бы до топового места, и можно было бы спокойно сидеть и расслабляться уже. Так, 33 место. Дайте мне. О, тихо, тихо. Блин, ребят, ну там было. Вот, 16-21, отлично. Тогда я возьму здесь Армагона. Какой там уровень? Вот, ребята. Видишь, мы еще полтинники не отыграли, а у них уже 60 уровень пошли. То есть, ну, никак не успеть. Никак не успеть, как говорится, их догнать. А если мы догоняем, то они обязательно рвутся вперед. То есть, без моих имбовых персонажей, ну, никак здесь нельзя сыграть. Иначе будет просто разруха. И вот, кстати, многие там спрашивают, какую тактику выбрать. Ребята, я вам говорю, выбирайте какого-то персонажа. Ну вот в первую очередь вы можете взять Леонардо. Или кто имеет массовую атаку, довольно мощную. И прокачивайте его. Вот когда он у вас будет прокачанный в топчик, да, после этого вы можете вот так же отыгрывать своих слабых персонажей во главе вот с сильным.
И все, и у вас никаких проблем вообще не будет. И вы будете уже, ну, соответственно, фармить там что-то, да, зарабатывать осколки, зарабатывать ДНК на персонажей, мутаген, и таким образом потихоньку-потихоньку прокачиваться. Все равно я не вижу, ребята, хвоста здесь. Кто-то говорил, что этот хвост у Алапекс на поясе от Шархана. Где он? Нету. Поэтому, как бы вы мне говорили, что он у нее. Я посмотрел внимательно, нету нифига. Ну что, в Лиге Сёгунов 3 звезды мы уже с тобой. Давай попробуем все-таки добраться до мастера. Может быть, получится. Потому что там и монеты будем получать больше, и долларов больше. То есть то, что нам нужно. А, не получится, друзья мои. Я уже смотрю по персонажам. Ну сколько тут? Наверное, еще поединка 3. Это максимум, наверное. Хотя, все зависит, опять же, как будем идти. Если нам будут давать там по 15 ступенек в пролете, то, в принципе, легко дойдем. И если же не будут давать, то, естественно, и не дойдем. Сейчас можно даже подсчитать. Если мы сейчас были на 95-й позиции, да? 90-е. Смотрим. Ну, тут, ребят, хорошо. Тут аж сколько получается? 30 ступенек пролетели. Если таким вот образом, то да. Мы должны, в принципе, успеть за 3 поединка. Сейчас проверим. Естественно, выбирая самого быстрого персонажа, который делает все это дело. Опа! Так, Сплинтер рубит. Выживает мой Рафик. А ну-ка, давай-ка. Если Макман сейчас сходит, это будет плохо. А он не сходит никуда. Максимум, куда он может сходить, это в туалет и спрятаться там. Вот и все. От того, чтобы его там не достали, но он не успел. Так, отлично. Тогда, получается, сейчас будет 30-е, да? А, вот, видишь? Ничего подобного, ребята, 47-я. Тогда дело дрянь. Тогда дело дрянь, у нас не хватит. Хотя, да ну, не хватит. Все хватит у нас. Все будет четенько, поверь мне. Я что-то думал, что как-то мало. А так вот, если посмотреть помедленнее, да. Ну, ты сам видел, сколько там персонажей. Добивай их всех, Шархан. Круто. Паук все еще так ржет, когда выигрывает, ты заметил? Ухмыляется. Так, ну сейчас должна быть двадцаточка. 27-я. 27-я, то есть получается еще, да, 2 поединка. А дадите мне... Эрик, давай Эрика возьмем. Возьмем Эрика и Армагона. Сейчас мы кое-что проверим. Ты видел, как Шреддер бомбил, да? Насколько он отнимал у них здоровье. Сейчас я хочу посмотреть, Армагон сможет ли всех вот этих увольнуть сразу же. С удара, например, ну-ка. Да, ребят, но все равно, как ни крути, Армагон сильнее Шреддера. Он сразу уносит противников. У Шреддера есть один маленький плюсик. То, что он вешает постепенный урон. Но опять же, он же может и не повесить его. С повешенным постепенным уроном, естественно, он выиграет. Он отнимает львиную долю здоровья, плюс постепенный урон потом добивает. А Армагон, он ничего нет у него каких-то там дебафов. Он делает сразу прямой пассив, ну как бы, сразу прямой вот этот мощный удар свой. Он выкладывается на 100% в нем. Так, ну что у нас тут получается, да? В принципе, ребята, бой. Еще там один останется у нас, и все. Ну что, вылупляем. Давай, Армагон. Круто он, конечно, шарахает. Я представляю, если ему еще прокачать до 7-й ступени удар. Это, наверное, будет имбово. Ну что, вот, ребятушки, мы с вами и в Лиге Мастеров. Одна звезда. Четко. Кстати, мне написал Вуди, это один из моих подписчиков, что игрушки вот этой вот недавно исполнилось 5 лет. 5 лет, друзья мои, был юбилей у нее. Так что вот теперь и вы знаете. Так, поехали. Ну, Зэк, как всегда, ребят, своими бомбочками этими нелепыми
Подожди, а у меня что? А, я не брал Армагона. Я думаю, что-то у меня не хватает. Понятно. Ну-ка, пулеметная дробь. Так, минус Донни. Эйприл надо гасить. Вот, сейчас мы сделаем так. Оп, и все. Ну что, друзья мои, я не знаю, там какая у нас будет. Наверное, 73-я. Или, может быть, 82-я позиция. Сейчас посмотрим. 74-я, окей. Но зато мы отыграли. Отыграли неплохо, ребята. Лига мастеров, одна звезда, это уже хорошо. То есть мы близимся с тобой к финалу. Так, у нас ничего нету, да? Естественно, мы ничего не можем с собой приобрести. Единственное, что я могу сейчас, это прокачать уровень нашим слабым персонажам. И в данный момент это Кейси Джонс. Так, 50-й не возьмет, да, ребят? Не хватает мутагена. А было бы прикольно. Ну, опять же, смотри, 50 уровень. У нас уже с тобой сколько этих полтинников там? Куча целая просто. Так прибавится еще на одного. Да. 65. Микеланджело классический, да? 65 ДНК. Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Жалко, я говорю, ребята, что вот эти сюрикены, излишки, нельзя на что-нибудь другое поменять, да? На то же самое мутаген или на осколки. Было бы прикольно. А так они у меня висят там мертвым грузом. Рокстеди. Так, тут 8 ДНК не хватает. Здесь, ребят, не хватает у нас 22 ДНКшки. Да. Эх, Крэнк. Когда что мне прокачаешься-то? А где у нас кролики? А, вот они. Слушай, ну кролики имеют 4 золотые звезды. А как я их так, интересно, прокачал до 4 звезд? Наверное, покупал все-таки ДНК в магазине. Да. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер спринтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.